меня сегодня 1000 видео. Такой маленький праздник. Доброе утро, мои дорогие. Вот такое теперь у нас утро. Видите, крыши-то какие белые. Да. Я всегда и говорю, Крым – это не Канары. Не Египет, не Турция. Зима. Причем год на год не приходится, конечно. То бывало и розы цвели до Нового года, а тут вон о чё. Что такое? Что? Вон, видите? Вот так вот. Прям зима-зима. Да. Так, глядишь, и снег выпадет. Не каждый год, конечно. Но бывает. Гулялась погода-то. Но, мои хорошие, вон в горшке, видите, лед. Вот. Гляньте, еще один самоубийца. Ой, да вон еще прям бутончики. Бутончики, бутончики. Ой, миленький. Надо тоже тебя срезать да вазочку поставить. Что ж делать-то? Не оставлять же на морозе. Ну что ж, мои дорогие, утро у меня прошло не зря, скажем так. Но это я начала еще вчера делать вечером. Вот, а сегодня доделала. Вот такое бирюзово-коралловое счастье. Здесь вот бусины, которые вручную расписаны. Не помню, Тибет или Непал. В общем, оттуда. Кораллы. Вот. Кораллы, стекло. Ну и имитация бирюзы. Вот такое вот украшение получилось. Замок я ставить не стала, потому что они длинные, очень хорошо на голову одеваются. А эти лишние заморочки, когда неудобно застегивать сзади. Вот. А так одел и пошел. Так, и еще одно сейчас покажу. И вот такое еще украшение. Ну, на нормальной шее оно будет, девочки, вот так вот. Просто тут шея тонкая, оно проволока с памятью. Она норовит улечься, как ей удобно. О, солнышко на улице проглядывать начинает. Вот. Вот такое вот. Современное, стильное. Вот это да. Представляете? Сегодня будет 1000-е видео у меня. Вот это да. А я думала, еще время есть. Надо же, 1000 видео. С ума сойти, господи.
Так, надо в честь этого разыграть чего-нибудь. Ой, мои золотые-то, сейчас подумать надо. Сейчас надо что-то посмотреть и разыграть. Ну что, я вас поздравляю и себя поздравляю с такой датой. 1000 видео. Надо же. Обалдеть. Мои хорошие, видите, какой еще вариант есть вот шарф этот вот так носить. За петлю туда заправлено. Интересненько. А вот так вот платочек, видите? Уголочком вот этим вперед. Вот это платочек или шарфик коротенький. Очень прям симпатично. Вот все ищу, ищу, и все что-то новенькое попадается. Ой, сейчас увидела и прям обалдела. Вот как же это можно на шее-то носить? Ну, это если только пластик. Если это камни, то шея просто отвалится. Нет, это пластик, конечно. Ой. Да, нужно сделать коротенький шарф какой-нибудь. Или обычный, но сделать, чтобы застежка была, чтобы можно было, допустим, 3 раза вокруг обмотать шеи. Ладно, сделаю, вам покажу. Ой-ой-ой-ой-ой, хочу вот такой сделать платок. Понравилось очень прикольно. Вот видите, а тут просто бусами мелкими обматывается, да и все. Красиво. А вот это мне не очень как-то. Мне кажется, что это вот на манекене так. Когда все так пригладили, разгладили, мне кажется, в жизни вот эти узелки на концах будут нелепо выглядеть. Вы как считаете, девочки? Прям не знаю, не нравится мне. Ну что, мои дорогие? Забыла вам показать. Вот к этому украшению у меня остались бусины. Я сделала браслет. Ну, я его просто пока на резинку сделала. Если кому-то надо будет, я сделаю уже по-серьезному. Потому что на резинке это, конечно, не дело. Во-первых, камни, они тяжелые, она моментально растянется. Да и вообще. Вот. Так что, если кому нравится, сообщите мне. Можно и одно колье, можно и с браслетом. Вот. Мне очень нравится. Красиво. О, по деревьям уже скачем. Маська. Ой, холодно, однако. А, ну, конечно. Чё ж не холодно? Ой, какой участок стал весь голый, насквозь видно.
Ой, вот, вот он, вот он, вот он. Ой, я еще не всю листву убрала. Ой, успела, успела, успела. Солнышко заходит. Ну что, вот еще один день прошел. Но сегодня он у меня, так скажем, лайтово прошел, легонько, потому что подагра меня так измучила за эти дни. Ой, все, видите, успела снять чуть-чуть. Измучила меня прям эта подагра, измучила. И я вот прям так вот, ну, что-то делала, но в основном больше отдыхала. Так что всем вам желаю не болеть. Потому что вот такие приступы. Вот у меня получилось в том году, в этом, практически в одно и то же время. Но эти несколько дней настолько выматывают. Так тяжело. Вот это по ночам не спишь. Ничего не помогает, спишь как-то утром и днем, и, в общем, не пойми чего. Я не люблю, когда у меня вот такие сбои. Я люблю рано вставать, много успевать за день, а тут, ну, никак не получается. Вот, ну ладно, вроде как, тьфу-тьфу-тьфу, вроде как все. Ну, во всяком случае, буду на это надеяться. И даже кот сегодня меня порадовал. Он как-то выбегал на улицу. Ну, я выходила, он выбегал, но под крышу не полез, не орал, а больше дома. Но на улице холодно. Холодно. Ему, видимо, это не очень нравится. И он больше дома. На теплом полу лежит, спит. Дремлет, поглядывает на меня. То подойдет, поластится. Но его гладить невозможно. Его начинаешь гладить, он тут же кусается. Вот. В общем, короче говоря, вот так. Ну что, мои золотые, давайте прощаться до завтра. Пусть все у вас будет хорошо. Прям хорошо во всем. Ладно? Все, давайте я вас целую, обнимаю. Пока-пока, мои дорогие. До завтра. Холодно у меня, что вдруг трясется, замерзла. Все. Пока-пока. Ой.